Уважаемые лондонцы, стартовало важнейшее для нашей страны событие – это всероссийская перепись населения. С последней переписи прошло 11 лет. За это время наш город значительно изменился, и появились много жилых кварталов. Построены новые детские сады и школы, обновляются и ремонтируются дороги, коммунальные сети и многое другое. И эти улучшения были реализованы в том числе и благодаря данным переписи 2010 года. Улан-Удэ, как столица нашей Бурятии, стал для многих жителей района родным городом. В Улан-Удэ учатся и работают, и создают семьи. И сейчас очень важно выяснить для нас с вами, сколько жителей Бурятии живет именно в Улан-Удэ. Это даст возможность запланировать на следующие 10 лет необходимое количество детских садов, школ, поликлиник, другой инфраструктуры. Благодаря результатам переписи мы получим реальную поддержку и средства для решения этих задач. Впервые упор делается и на интернет-переписи через портал госуслуг. Пожалуйста, пройдите опрос. Это быстро, занимает всего минут 15, а сэкономит время и вам, и переписчикам. Пройти перепись можно и на наших стационарных пунктах, их 128 в городе. Я призываю, не оставайтесь в стороне. Мы с вами сейчас создаем будущее.